Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Мы то, что мы едим. Погнали! Мы то, что мы едим, эта фраза, она как бы обобщает все. То есть, если человек ест пельмени, это же не значит, что он пельмени. Люди в основном едят углеводы. Мало кто питается так, что у него в рационе есть белки, жиры, углеводы. Все это сбалансировано. Все там в нужных пропорциях. Примерно, может быть, кто-то и питается. Но опять же, допустим, ест макароны и сосиски, там макароны и колбасу. Колбаса — это полуфабрикаты, это тоже есть не стоит. Там ничего полезного нету. То, что приготовлено не вами, это не является полезным. Готовка еды отнимает много времени, много сил, энергии. Многие люди относятся к готовке еды как к чему-то прям вот такому обширному, чему-то важному. Для меня же готовка еды — это сварил, съел, вот вся готовка. Ну, для меня. На лайв-канале я показываю на своем, что там всякие блюда готовлю. Вот перед Новым годом я хотел, спланировал несколько салатов, торт, торт из овсянки. Но потом что-то не настолько лень было готовить его. Вот именно, да, готовить, потому что что быстро делается, тот же овсяный блин. Смешал, разбил яйца в овсянку, смешал и вынул на сковородку. Все готово. Но с тортом бы пришлось повозиться. Я подумал так. Думаю, да, ну нафиг, так же и салат. Хотел сделать на сам Новый год, но потом подумал и что-то сделал через неделю, по-моему, еще. Ну, я один салат на Новый год приготовил перед Новым годом, а второй я через неделю после Нового года, по-моему, так. Сейчас врать не буду, не помню точно. Но помню то, что на сам Новый год я ничего не снимал, ни первого числа, ни второго я ничего не снимал. Так какие же продукты нужно есть, чтобы питаться более-менее правильно? Когда люди слышат про правильное питание, сразу в головах что-то такое, вот, что-то, ну я не знаю, что-то не с этой планеты. А что, правильное питание — это гречка, бурый рис, макароны, курица, индейка, говядина, рыба, овощи, много овощей, много воды, никакого алкоголя и сахара. Вот оно, правильное питание. Вот я в 10-11 пунктах все и рассказал, но это основное. Там что-то еще плюс-минус добавить, убавить творог, яйца обязательно. А так все просто. Как говорится, все гениально и просто. Ничего не надо выдумывать, изобретать велосипед. Все давно уже изобретено. Давно уже придумано все. Убрать весь хлеб, убрать сахар, все сахара, которые содержатся в продуктах. Не употребляйте эти продукты. Всякие соусы, кетчупы, приправы, которые с сахаром, а которые без сахара, из-за них может быть отек с утра, то есть тело будет отекать, будет пищевая, внутренняя пищевая аллергия на какой-то компонент этой приправы. Уберите сахар, алкоголь, быстрые углеводы, газированные напитки. Если у вас большой лишний вес,
то он начнет уходить, состояние здоровья начнет постепенно улучшаться, и болезни начнут отступать. Конечно, они не вылечатся сами по себе, но питанием, ну, можно многого добиться, можно многое вылечить, многое приглушить. То есть стадия ремиссии будет, как у алкоголиков. Люди не хотят быть здоровыми, люди хотят есть, пить, а здоровье на последнем месте. Они не понимают, что здоровье — это одно из самых главных в жизни, что его нельзя купить за деньги, его нельзя приобрести нигде, нельзя выменять ни на что. Но убивают его, и все, и потом уже его не вернешь. Вставайте на правильные рельсы постепенно. Заменяйте вредные продукты на полезные. Питайтесь хотя бы 4 раза в день, не обязательно 5-6. 4 раза в день. Вполне комфортное питание. Также изменяйте свои пищевые привычки. Поджелудочная железа не вечная. И кушая сладкое, жирное, слишком мучное, это вы убиваете свою поджелудочную. Счастье не в еде. Не нужно делать культ из еды. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.